на топку, да, уже? Ну да. Что сделаешь? О, вот какой камень, да? Да, место просто, дай. Кололась она. Кололась. Красота. Тут вот. Видите, как она все красиво. Ой, какая вкусная вода. Она уже... Да. Место, да? Ай-яй-яй. 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 Четко, да? Где пенка? Пучка съедена, видите, полностью. Тут надо маленько осторожнее. Тут хозяин живет. Жопу помоем. Ну, шишечка-то добротная, наверное. Вон вся. Вся макуха. 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 Идет, идет, идет. Вообще идет. У него катушка-то не работает. Вообще идет. Опа-на. Идет. Вот он. Красавчик. Красавчик. Вот, первый наш отдых. За два дня первый, да. Первый обед. Прошли 60 километров сегодня. Первые. Первые 60. Вот и дичь, дичь. Как красиво. Ну, получилась такая ситуация, я срезал поворот, и мои напарники то ли думают, что я вниз пошел, то ли вверх. Ну, давайте пробовать рыбачить. Вот, видим, скат воды, стоит пена. Сейчас будем пробовать рыбачить. Поворотик, видите, сами понимаете. Накат воды. И нам приходится будет даже идти на компромисс на зацеп с песом. Скала вот красивая. Там она тоже, как бы это, ну, тоже можно сказать по таким горам, что это гора змей. И та тоже совершенно верно. Подъем воды очень хороший. Ну ладно, достаем удочку, будем пробовать первые запросы нашей таежной речки, речки. И не забываем самое золотое правило при ловле харика. Это тишина. Тишина и еще раз тишина. Также и ленок. Видели в начале видео, как медведь нас напугался. А рыба тем более нас пугается. Поэтому надо быть очень осторожным и соблюдать тишину. Даже если поймали вы 3-килограммового харька. Ну, давайте. Да? Сколько их море? Ну вот, смотрите, ребят. Мы достали чурку. Вот. И смотрим, который тут вот сидит под камешек. Сейчас вот его будет. И видите, он полез. Он сделал вот камни, прикрепил. И сам убегает. Мы его должны выковырить и рассмотреть внимательно. Вот это подкамешек называется. Видите? Выглядит все вот так. Вот вроде не на свету. Я его хорошо приблизил. Свет списывайте. Сейчас будем мы на него рыбачить. Внутренности вот такие.
такого цвета. Вот такого цвета. Насаживаем на крючок, рыбачим. Как видите, отличается намного. Панкамещик, ну вот цвет дна, ну вот такой надо, золотистый. И подкамещик такого же цвета. А мой крючок, видите, в данную речушку, в данное дно не вписывается. Мне надо затравка, где стоят вот такие, вот такого цвета, которые живет в траве. Ну вот я насадил, пробуем. Удача, видите, сидит. Взять мы его просто. О! Эх, красавчик. Ну, наш первый, видите, какой толстый. Ну ладно, пускай бежит. И поймет, что, куда его идти. Все, иду, иду. Да, 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 да. Вот так вот все происходит. Добрый вечер. Ай, Герман. Ну вот картинка. Интересная. Да. Аленушка. Вот. Как-то так. Сапоги вездеход. Смотрим, что у нас тут. Вот она. Вот сколько водички. Ну вот. Второй. Видите, полный. Как этот мы. А, свело. Ногу, ногу свело. Вот такая вот таежная пыль. Ну, защелкнулись у нас вездеходы. Надо раз... Ну, тут, конечно, кремом все помазали. Пеплом, детским кремом, чтобы все не прело тут. Легко было идти. Собаки полные, смотрим. Полнят, опять. Вот так вот, полные полностью. Вот воды вылил и одел опять. Да, вся красота. Круто. Вообще. Какая скала. О, какие. Вот это скалы. Офигеть. Какие, да? Красавица. Вот такое бывает. Красавица. Вот. Легко ли, просто ли. Наша спасительница. С широкими ветвями. Радик весь намок. Я тоже. Это у нас петушечка. Смоляные кармашки. Видим? Вон она. Спасибо, елочка. В небе радуги цвет. Эту лету привет. И под этой дугой. Мастер сегодня... сушки, давайте сушите. Мастер, да, я мастер сушки. Да. Что он делает, мастер сушку, мастер сушку? Вкусно-то как сейчас будет. Добавили на троечку поставили. Мастер сушки. Он сказал, говорит, я все. Да. Нет. Все высушу, перевешу. Нет, это не про него, а про сушки. Но. Тут инженер по сушке, да? Да. Это мастер по сушке. На троечку. О, вкусняренько. О, какой запах. Кого? Твою прослушиваешь, сушишь. А, во, вот этот наш балаган.
Это наша удочка. А ты будешь ночью потом прижиматься ко мне, а у тебя и так шляпа болит. Нормальный сырок. Полезли рыбку. Еще не добавили, да? Еще не добавили. Вот он сырок. Добавили подсолнечного масла. Какой запах, какой запах. Сегодня прошли 68 километров. И осталось завтра еще 45 пройти. Ну, надеюсь, будет у нас все окей. Мастер приготовления альфас готовит. Сырки добавили. Дождь сейчас нас застал. Вот видите, борщевик тут. Кедры какие красивые стоят. Какие мощные, нетронутые, девственная пихта, которая спасла нас от маленького дождя. Посмотрите, сучки везде низкие. Вообще, просто живи да радуйся жизни. Никто тебя не трогает. Один Миша, хозяин, которого мы испугали своим глушителем. И тот убежал от нас. Сейчас Степа с ним разбирается. Мой заместитель Степан Николаевич Прокопчук. Прокопчук. Залили. Мокрые с ног до нитки. Весь до ниточки озяб. Хорошо вот в пустыне, если бы так дождь пошел бы, и все, там нету. На оплата Путорана тоже нету деревьев, ребята. А здесь нас спасают вот эти маленькие сучки, они смолистые. Сколько их море! И везде своя новая сказка. Везде своя новая сказка. Посмотрите на эти сюжеты. Мы не сдаемся. Даже дождь нас не останавливает. Вот видите, долили водички. Вода самый главный компонент. Видите, мужики, без 100 грамм тут никак не обойтись. Под такую пищу и под такие мокрые сапоги. Да. Ням-ням. Приятного вам аппетита. Вот, жьем с костями вас, господа. Палатка в сборе. Доброе утро, ребята. Чай кипятится. Зала уже насыпана в мешочки. Стельки. Эти. Жизнь продолжается, ребята. Начинается новый день, и машины туда-сюда. Если солнцу вставать не лень, остальное все ерунда. Я не люблю, когда мне лгут, и от правды я тоже устал. Я рассказывал, как найти приют. Говорят, я плохо искал. И я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час. Но если верить словам и ушам, чаги нету у нас. Тихо, пока бегаем по дорожкам. По утренней туманной росе. Ну вот мы опять. Свои последние 45 километров дадутся нам в этой прекрасной тайге. Утро, 7 часов утра. А ты красивая, кедрули. Кедруль. Ну а это по речке, вот видите. Видите, вот так все это выглядит. Вот, сухопесные, ребят, ну отсюда не видно, там видно было. Mm-hmm. Ну вот он, острова. Да ты еще не ходи. Дна не видно у ямы. Вот такая вот и штука, ребята. Ну да, да. Бегемотик, да? Бегемотик. Да, бегемотик. Красота. Бегемотик. На бегемота похож отсюда, посмотрите, как будто вот голова торчит бегемота. Бегемотик. Офигеть. Ахуе. Положена. Зая. Зайчка. Ахуе. Ложена, зая.
попал, я бы сказал, воды тут меньше не бывает. А? Воды тут как бы самая маленькая, подумал бы. Не понял. Воды, подумал бы, маленькая совсем. Ну, ну да, если первый раз бы попал. Один, без вас. А, ты? Угу. Это когда? Ну, когда-нибудь, в прошлой жизни. Сидит. О, эх, какой красотка. Мышь. Вот она. Золотая, рыбка золотая. Серебро сработало. Да, толст. Ну как это? Серебро. Иди сюда. О, какой. Красоткин. Сейчас будем делать сагудак. Это самочка. Брюшко золотое. И толстый слой шоколада. Толстые, видите, какие. Они толстенькие тут. Им хватает тут все просто. Все хватает в жизни этой. Толстенькие. Пузатые, смотрите, какие они. Пузатики. Куда ты ее крутишь нахуй? Стоять нахуй. Братское сердце. Давай покажемся. Вот так вот. Вот на этой скале. Вот, кто словил, Радик. Ну все, хорошо. Рыбалка началась. Все скользко. Прошли, осталось еще 25 километров. 25 километров. И мы достигнем своей цели, достигнем своей избушки. Красотка. Уровень, да? Здоровый. Три раза она. Полный привод, бля. ВД, бля. Вау. Пять пей. Да нормально, но пойдет. Красивый. На какую мушечку давайте посмотрим. Мушечку разглядим. Вырежем ее. Мушечку поглядели. И домой. Следующий. Next. Еще один. Так, посмотрим, какой. Какой он быстрый, какой он плотный. Спасибо. Не хочет. Как ты? Кто-то опаньки.
Вот это рыб. Рыб. Да, красавец. Ох, вообще, да, вот это красивый. Вот это красавка. Красотуля. Красотуля. Косновая, косновая. О! О! Это да! О! Е! Ух ты, как играет! Хороший! Мелкий, мелкий! А, такой мелочь! Мелковато, да, Альфат? Мелковат! Вот такие вот тут, ребята, дела. Сагудаги. Хе. Рыб. Ах ты! Ах что, Акела промахнулся. Радик поймал. В перчатках надо, видите. Контакт, что-то там тянет, что-то работает. Ну, хороший идет, тут просто так не это. Видите, все это. А, удочку гнет, а гнет. Кариус, кариус. Вот так вот бывает, ребята. Вот она, вот она, да, красиво. Молодец. Красава? Красава, красава. О, какой мелкий, да это мелкий еще, Альфат. Нифига. Я вот когда вообще получил, такие свечи вообще делал. Вот это кабашка. Вон, видите, какой красавчик. Где он у него? Всяких мелкушек. Вот это хочу попробовать. Слышь? Вот такой. А, да. Веснянка. Весняночка. Вот она, вот на Рудюковке хорошо в нее. Хорошо работает. Понял. Ага. На Рудюковке заебись на нее брал. На веснянку. Да, я знаю. Красавчики, а какие вкусные. Ням-ням. Ням-нямка. Ням-ням. Что, уха сегодня будет? С потрошками? С потрошками. Что, хомячка боишься? Какого? Вот того. А что его бояться? Ну зацепи хомячка там. И хомячка зацепи? Да, зацените. О, какая мама моя. И папа моя. Там наверху вот такие-то. А, красивый. Вот эти-то.
плавать. Деликатес истинный. Маленькие самые вкусные. Чем моложе, тем... Ну, еще надрез не будем делать. Можно было резать, некоторые режут, поставят. Вот, щепоточки хватает. И пошел. Жарит. Если ты смотришь, Игорь, это тайны. Если ты смотришь... Ну, вот пучка-борщевик. Смотрите, что делают мушки там. Просто... И тут. Не касайтесь этого растения, это борщевик. О, Гимыр. Я, по-моему, лицо от борщевик. А борщевик обжег. Где? Вот он. Плавит. Вот он. Вот. О, пес. Пес. Да. Я пас. Дай кружку, а? Ну здесь ради. Послушай. Да, смотри, я слышу. Вот сюда садись, куда ты? В перчатках, видите, надо работать. Перчатки рыбу не соскальзывают. И ловить можно спокойно, перекатить. Стоит по одной мушке. Веснянка. Пошел. Да, скала такая. Интересная порода, да? Да,
Да-да, видел. Сабельник болотный, русский женьшень. Это растение называют еще русский женьшень. Вот, видите, набирает цвет только еще. Вот, и в основном идут вот эти корешки. Вот этот полый корень набирает все питательные витамины. Вот. Питательные витамины. И его русский женьшень. Очень целебное растение. Кому надо, заказывайте, наберу. И также вот у нас черемша. Так, нам надо с вами вон туда. Офигеть, давай! Где он? Ага. О! О! Он, видишь, как сопротивление какое. Сопротивляется. Ого, как сопротивляется!